конце 2012 года власти объявили штормовое предупреждение. Тысячи людей боялись покинуть свои дома. И я знал, что они нуждаются во мне. Я в этом деле не первый год. И я Мороз. Дед Мороз. В общем, я Дед Мороз. Какой номер квартиры? Это скорая. Откройте, пожалуйста. Ну, мы приходим в квартиру, как бы, и поздравляем всех в ней. Вы где ходите? В пробке? А девочку как зовут? Макс его зовут. Проходим за мной. Обычно в канун Нового года все радуются приходу Дед Мороза. О-о-о! Дед Мороз приехал! Новым годом! Мы детям всегда дарим веселье, радость. Наши мероприятия незабываемые, они смешные, они добрые. Я люблю, когда на моих мероприятиях импровизация, когда что-то слегка идет не по плану. А чем у нас Максимка занимается? Максим у нас занимается карате. Хочешь, покажу? Давай. Мама. Мы со Снегурочкой всегда работаем в паре. Я Дед Мороз, а она дарит подарки. Ой, какой молодец! А сейчас мы будем дарить подарки. И подарки тебе подарит Снегурочка. А где Снегурочка? Такая милая, жизнерадостная. Такая классная. Я видел плохого, им лучше не видеть. Не буду вас грузить, пора ходить хороводом. Самые заветные мечты. В моей работе самый главный нюанс – это родители. И это постоянно их... Пойдем выпьем. Я не пью. Ты что, не уважаешь, что ли? В день у нас очень много заказов. Поэтому приходится быстро переходить от одного к другому. Очень устаю к вечеру. Были какие-нибудь смешные случаи, допустим? Да. Дети, они ведь такие непосредственные. Они радостные, веселые. Я очень люблю смотреть, как они улыбаются. Я прям набираюсь позитива от них. И хочется прям любить всех. В моей работе есть определенные сложности, но я за многие годы работы научился с ними справляться, переступать через себя, так сказать, гасить в себе вот это монотонное однообразие.